Даша, привет. Да, Марфа, привет. Знаешь, сегодня все удивительно единодушно пишут про то, что французское правительство и французские избиратели, граждане, потеряли контакт друг с другом. Вот, например, французское Лизеко пытается ответить на вопрос, почему же это происходит. И, возможно, это просто потому, что французы не слышат и не хотят понимать того, что говорит президент Эммануэль Макрон. Что, возможно, он говорит просто слишком абстрактно, а его, в свою очередь, не интересуют проблемы простых граждан. Все это, в общем, ведет к тому, что недоверие между сторонами исчезает, и простые французы готовы до последнего бороться, даже вот с применением насилия, за то, что у них уже есть, поскольку потеряли полную уверенность в будущем. Честно говоря, это получается очередной удар по рейтингу Макрона. Да, конечно. Ну, честно говоря, я немножко с сомнением отношусь к первому утверждению о том, что французы не понимают того, что говорит Макрон. Все-таки он не, ну, я не знаю, не теорию относительности им объясняет. И я думаю, что простой избиратель вполне способен понять то, что он заявляет. Но вот польская газета «Выборча» пытается посмотреть на проблему с другой стороны и говорит о том, что проблема-то в том, что правительству не с кем говорить. У движения «желтых жилеток», как их уже назвали все СМИ, просто нету какого-то одного лидера, и они выходят на улицу вместо того, чтобы пытаться обращаться к политикам, к партиям или, например, к профсоюзам, как это часто делают бастующие во Франции, там, вот, например, железнодорожники, которые бастовали, если не ошибаюсь, этим летом, или в начале лета. Но и Zürcher Zeitung пытается посмотреть на проблему в целом, швейцарская газета, и говорит, что вообще-то ситуация действительно сложилась во многом патовая, потому что, с одной стороны, французское правительство оно могло бы теоретически, например, отказаться от повышения этих цен, вот этих вот акцизов 6 центов за литр. Но проблема в том, что это приведет к... Это в любом случае будет временная мера, потому что правительство, с одной стороны, потеряет авторитет, оно же собиралось повысить этот акциз и потом откажется. А с другой стороны, что еще значительно важнее, оно потеряет деньги, потому что если акциз входит в силу 1 января 2019 года, то он совершенно точно должен быть как-то отражен в бюджете. Ну и потерять этот доход было бы, конечно, опасно. С другой стороны, желтые жилетки сейчас во многом до такой степени успешны, потому что они аполитичны. Но если они хотят как-то активнее влиять на политику французского правительства, то они должны будут примкнуть к какому-то из существующих политических движений. Ну, их явно уже пытается явно перетянуть на свою сторону вышеупомянутый мною политик женского пола. Да. Популистка всея Франции Марин Ле Пен в данной ситуации вообще главная победительница. Об этом пишет австрийская газета «Стандарт». С таким несколько ужасом описывает эту ситуацию, говоря, что вообще вот все это движение очень напоминает ростки популизма во Франции. И в первую очередь это связано потому, что вот такая же характерная противоречивая популистская логика. Потому что эти люди голосовали за Макрона, в том числе потому, что он обещал увеличить субсидии, социальные выплаты для жителей бедных сельских регионов, но, с другой стороны, они не готовы платить повышенные налоги. То есть это люди, которые выходят протестовать, не задаваясь вопросом, на какие же деньги они хотят получать эти субсидии. Вот. Ну, я надеюсь, я как-то пока не так пугаюсь этой ситуации, но будет очень интересно за этим наблюдать. Спасибо, Даша, спасибо. Это была Дарья Сухарчук, наша коллега и обозреватель портала eurotopics.net.